Порядка 18 тысяч обращений поступило от жителей региона на портал «Добродел» за неделю. Большая часть из них касались темы мусора. Также в топе вопросы, связанные с состоянием дворов, дорог и здравоохранения. Обращаются люди по вопросам работы медучреждений. В том числе с коронавирусом было связано 195 заявок. А в Мытищах за октябрь на портал «Добродел» поступило более 3000 обращений. А количество пользователей составило более 20 тысяч. 1 октября сайт отметил свое 5-летие. Общее число зарегистрированных пользователей составляет 1 миллион 700 тысяч человек.